сегодня ложил плитку тротуарную вот в Польше, возле Кракова. Ну, ничего такая, как бы, на вид обыкновенная, с какими-то вкраплениями. Но только вот уже под вечер, когда начал ложить ее, ну, увидел, в чем ее ценность такая, в чем ее красота. Обычная плитка, вот она, беленькая такая, как кирпичиком. В ней есть вот такие вот вкрапления, как бы стеклышки такие вот. Вот они. Вот, я взял одну штучку. Вот она. И сейчас покажу, в чем ее секрет. Сейчас на паузу нажму и зайду в темное помещение. Вот иду в помещение, где в данный момент нет света. И сейчас вы увидите, в чем ее красота. Вот она. Вот так она ночью светится. Не знаю, сколько по времени, но вот такая вот интересная плитка. А днем обычная, невзрачная, неприметная плитка. Я бы даже сказал, не очень красивая. Но только вот в помещение заходишь. Вот и все. Вот она, плитка. Светонакопительные частицы там. Все. Вот такая плитка. Не видел ни разу я в Украине такие. Ну, в Польше вот есть. Все.